Ну что, друзья мои, каждая история когда-нибудь заканчивается. Не думал, конечно, что наша история закончится через 4 года, но такова судьба. Официально могу сказать, что история Харьковской зерновой пивоварни завершилась. Мы закрылись. Было много причин. Некоторые причины мои личные, некоторые причины объективные, внешние. Короче, очень много причин. Потом, наверное, отдельное видео сделаю, разберу, почему же мы закрылись в результате. Работа над ошибками, скажем, такая у нас будет. И попробую по полочкам расписать, какие причины повлияли на наше закрытие. Вот, ну, на данном этапе все. Спасибо всем, кто нас поддерживал, кто был с нами все это время. Мы вас любим, обожаем, но я думаю, мы не прощаемся. Блог вести буду. Наработал опыта много, терять его жалко. Думаю, дальше будем работать, продвигать хорошее качественное пиво, вместе его изобретать, улучшать. Поэтому следите за каналом. Я думаю, дальше будет тоже интересно. Как-то так. Все, спасибо, пока.